Нези, просыпайся давай, а. Нези. Подъем, а, говорю, чё, тебе вставай. Надо, иди отсюда, чё. Вставай, давай. В смысле? Посмотри, где я? Чего? В лесу. В каком нахуй лесу? Да я не знаю, что... Я первый раз здесь нахожусь, чё... Чё за место? В смысле первый раз? Чувак, ты куда меня, бля? Я спал нормально в кровати, ты куда меня, бля, вытащил? Я вообще ничего не делал, я сам только что очнулся здесь. Ну пошли отсюда тогда еще, вон выход. Может быть, хуй знает что. Эй! Ты думаешь, так все просто? Я уже проверял. Эй, бля, а чё я выйти не могу-то? Чё? А стена невидимая, в смысле, да? Стена? А чё, какая стена? Я не знаю, ну видишь, не пройти. И вообще, какого хера на тебе скин этого Криса из Зова Бездны или Долгой Тьмы? Да я не знаю. Чувак. Чего? Может это сон просто все? Может, о, это сон, мне все снится? Не, ну тогда это у меня сон, потому что ты-то как-то, ты плод, блин, моего воображения, да. Ага. Да не гони, а. Да и хер с тобой, наоборот. Собственно. Пранкуешь тут меня, пошли, поизучаем. Вот смотри, вон в доме свет горит, пошли, блядь. Как в Долгой Тьме, прям постучим, нам откроют. Да, да. Чё, давай сейчас стучим, да, стучим. Все. Ну давай стучим. Эй, дядя, тетя, откройте, пожалуйста. А, да, никого же нет, да. Ох, ебать. Не, давай так. Я даже не удивлюсь, если тут какая-нибудь херня живет, которая будет за нами гоняться. Ты знаешь, как в старых видео, блядь, моих. Ну да, как обычно бывает, да, в таких, да, ситуациях. Таких темный лес. Темный, да, лес, да. Вот, давай, еще шторки закроем, мало ли. Виндиго тут живут, да? Ай, блядь. Будильник. Так, да, проверь тумбочку. Тумбочку, конечно. Что же можно еще? Вообще, знаешь, что-то немножко стрёмненько. Вот эту тумбочку-то проверь, блядь. У меня же худ вылезет, я не могу. А, хорошо. Блин, камин? Нет, не вылезает. И что там лежит? Патрончики на дробовик. И зачем они нам? Давай-ка лучше не будем брать. Видимо... Хотя, в принципе, можно, знаешь, повеселиться, покидать патроны в костер, чтобы они взрывались. Да это опасно вообще-то для жизни. Ну, не знаю, возьми патрон на всякий случай, мало ли пригодятся. Да, давай возьму, мало ли, правда какая-нибудь. А, ты уже запихнул их себе, да? Запихнул? Да, туда. Да хрен с тобой, пошли. Куда обычно запихиваем? А, да. Смотри, ну давай поизучаем местность. Хорошо, походим, посмотрим. Лес, вон птички, синички, сверчки. Не, кстати, вот это красивое место. Мне вот это нравится. Да, тут такая живописная природа. Это, ой, бля, мост. Это трещит, бля, трещит. Это не очень круто. А, ой, бля, а это что у нас такое, Морис, как думаешь? Ну, это похоже на банк, отделение банка какого-то. По-моему, это какая-то дверь, ну, с Fallout. Знаешь, круглосуточная обычно. Дверь с Fallout, ты знаешь? Ну да, да. Окей. О! Как угадай, что это у меня в руках? Откуда он появился? Я просто только подумал о фонарике, и сразу чпенкс появился. Не знаю, может, у тебя еще алмазная броня на тебе появится, да? Вот я сейчас отвернусь, да? Нет? Не появится, нет? Нет. Да, Чего? Чего? Ты на себя посмотри. Чего это? Ух ты, блядь, что за хуйня? Это алмазная броня из Майнкрафта, чувак. Какого черта? Я даже не хотел, чтобы она на мне оказалась. Что это за... Да, что, блядь, это значит вообще? Сними ее. В смысле? Нахрена на тебе? Вот, давай сейчас отвернусь даже. Поворачивайся. Ага. О, все. Так лучше. Это не хочешь денежек? Нет, мало ли, купим что-нибудь. Не, я карту с собой не брал, слышишь что? А, ну мы же во сне, точно, точно. Сейчас захочу, да, и это. И с неба упадет звезда. Нет? Ну ладно. А, окей, Морис, нас отсюда нет. Ух ты, а это что такое? Что это такое, Морис? А, это те штуки, знаешь, где надо, ну, типа, танцевать. Со, а тут рядом камера. И набирать очки, да? Рядом. Может, ты станцуешь, я сниму тебя? Не, я хренал танцую, чувак. Ага. А, блядь, это что, Морис? Сука. Бежит. Не, погоди. Блядь, он орёт. Сука, он бежит. Ёбаный в рот. Быстрее. Давай сюда. В дом. Давай. Давай, закрой.
Что ты это? Слышишь? Откуда я знаю? Какой-то лось. Какой нахуй лось морец? Встал на две ноги. Я не знаю, лось. Давай-ка потише говори, чувак. Ладно, ладно. Ладно, смотри, если это сон... Ты слышишь? Да я, блядь, слышу. Что это за нахуй? Если этот сон, то что? То. Вообще не настоящий, хочешь сказать? Ну, Звучит он очень по-настоящему. Согласен. Все, можешь меня ущипнуть там, не знаю. Ай, да блять, ну не больно же. Или там, ладно, дай мне по ебальнику, если я сейчас проснусь. Нормально так. Ты уверен? Да, нормально так влепи. Давай. Готов? Давай. Ну, а ты готов? Да я-то готов, давай, давай. Ну давай, лучше, давай. Лучше да. не... Ну чё, как? Нормально? Бля... Сука, Морис, блин. Ну ты сам попросил, блин. Ну не так же, блин, больно. Давай, вставай, хорош. Я даже не в полную силу бил. Ой, блядь, да ты, сука. Иди, это, старпёр ты уже, старенький. Оля. Да. Так, стоп, а это, смотри. Ну точно, точно не настоящий. Точно это не сон. Это или сон. Не, это скорее всего сон. Смотри, зеркало. Ага. А отражение где? Ты уверен, что это зеркало? Это может просто картина белая, я не знаю. Блин. Ну вот дыхни на него. Ну что-то, что-то вообще ничего не остается, слушай. Ну, собственно... А, погоди, я что-то забыл, он же тут у нас зашивался у дома. Ну, вроде его не слышно пока, ну, черт. Блять, он... Я его даже разглядеть особо не успел. Он, короче, я такой смотрю, выбегает эта херотень. У него, короче, такие глаза светящиеся, ты видел? Да, видел. Блять. Я не знаю, ты думаешь, стоит вообще выходить? Может, просто, ну, знаешь, уснем, ты... Я вон носочки там повяжу, видишь, и... А проснемся, уже все будет нормально. Ты меня только что уебал, мы не можем проснуться. Знаешь, может это и бредовая идея, но можешь к нему как-нибудь подойти и из-за этого проснуться. Или умереть в этом сне. Я знаю, смотри, Морис, вот знаешь, вот люди умирают во сне, да? Вот сколько? 5%, да? И я теперь, наверное, понимаю, как эта смерть приходит. Так что, может, лучше, ну, не стоит. Типа, это квест какой-то, типа, если и ты спишь, и я сплю. Ну ты как, блять, как это вообще возможно? Не знаю, это чушь какая-то. Окей, давай аккуратно откроем дверь и посмотрим, что там. Ну давай. Ой. Тут тихо, очень тихо. Закрой за собой дверь. Не, Морис. Давай-ка. Да, вроде куда-то вышел. Смотри, еще какой-то дом. Давай его посмотрим тогда. Давай быстрее. Какая-то баня, да? Да, какая-то баня. Что у нас здесь есть? Ага, здесь окна занавешены. Это что такое? Смотри, багажка. Можем в дартс поиграть. Не думаю, что хорошая затея. Можно вытащить дротики и ему... Хотя... Ох ты, смотри, Миша. Миша висит. Голова медведя. И вообще... Ой, почему а это что? Повесим? Блин! Су! Ух ты, погреб, что ли? Что там? Ну, тут... Земля. В принципе, тут можно от него прятаться. По-хорошему. Не, дай-ка я отсюда... А, может, оружие какое-то есть? Не, тут просто земля и ни хрена нету. В принципе, я говорю, можно прятаться там от него. И смотри. Как думаешь, он может стекло разбить или что-то в этом роде? Не, ну знаешь, как обычно, они не могут ничего такого делать. А, ну конечно, ни двери двигать. Открывать, ни хрена, да? Никчемные. Да. Никчемыши. Чисто никчемные. Какая-то заброшка, значит, да, что-то. Давай посмотрим, что там. Тихо, вот. Главное с ним снова не встретиться, потому что он, видимо отстал, что-то когда мы... Кладбище. Ух, бля, кладбище. Опа. Так-с. Давай, заходи. Ух, блин, какое эхо, слышишь? Да. О, тихо ты, блядь, не привлекай. Смотри, что-то тут есть. Это что? Какая-то... Ну, знаешь, похоже, да, на какой-то... Типа, какой-то проходик. Склад? Проходик. Смотри, мне тут кажется, книжка. Там книжка. Угу.
Тут какие-то гробы стоят. Так, гроб, гроб, гроб. Кстати, а почему все гробы закрыты, а этот прям открытый такой стоит? Я... Вообще, знаешь... Не знаю, может, ему жарко стало. Да. Ну, типа... Проветриться я решил, да? Ну, да. Проветриться. Ну, пускай проветрится, чё. Хрен с ними. Я... Главное, знаешь, везде свет горит, как будто... Как будто прям ждали нас. Да, да. Борис! Чё, это он, это он. Блять, да. Это он! Забегай сюда, обратно! Он. Давай, давай, в церковь! Давай, давай, давай! Кстати... Фу, чёрт. Слышишь? Топот. Да, да, да. Топает, топает он. Вот, он в окно посмотрел. Вот, ёб вот. Твою мать! Чёрт! Чувак. Что ж такое? Что он хочет ты от нас? Ты это... Ты, короче, веришь во всякую сверхъестественную? Ну, блин, я не знаю, но это реально... А чё, ну, а чё в книге? Вон, можешь прочитать? Лося. В книге? А, твою мать! Ты... Это, блядь... Чёрт, вот здесь странные какие-то надписи. Я не уверен, что я могу это прочитать. Да тут какие-то точечки, фигочечки. Чё, азбука Морзе, да? Не знаю. Блядь, так... Может, просто размыло? Не, чувак, это очень стрёмно, я тебе скажу. Стоп, а я, короче, могу вот так сделать? Блин. Ух, вот так можно же делать, да? Я не уверен, что я так смогу. Не, ну нахрен. Чувак, тут страшно очень. Да давай, слезай. Не, чувак, я высоты боюсь, реально, это стрёмно. Бля, как обратно-то слезть, ну? Да вон, просто прыгай. Прыгать? Ты чё, Ириэл, тут смотри, какая высота. Ну как залезал, так и слезай, давай. Это проще всего сказать, знаешь. По зелененьким вот этим штучкам. Это называется лианы. Ну, лианы, кстати, да, крепкие, давай, давай. Крепкие. Ой, бля-ля-ля, ой. Все, давай, тут уже низко. О, сука, это что было? Он пытается, мне кажется, пробраться сюда. Да, блядь, это очень страшно, чувак, чё нам делать-то? Меня дикая знаю. Паника, слушай. Чуть-чуть. А, сука, вон эта рогата ходит. Что ты там делаешь? О, смотри. Чего? Нашел что-то. Чего нашел? Книгу? А что она светится? Ну да. Так, эти-ка. Чё книга светится-то? Блин, чё? Да я хер узнаю, что она светится. Погоди, может, с подсветкой? Да закрой рот уже, задолбал орать. Здесь надписи типа... Ну, в конце, короче, написано читать для изгнания нечисти вслух. О, вот все, читать. Давай изгнание будем. И чего? Блин, ну там стишок какой-то непонятный. Стой, ну что там в конце? Прочитай полностью. Что в конце? Инструкция какая? Применение. А, ну вот, написано. Читать для изгнания нечисти вслух, после чего нанести физический ущерб. А, вот. Чем? Руками, да? Или вот, фонариком? Чем? Блин, может... Давай сначала найдем что-нибудь, какое-нибудь оружие. Что мы, как... Блядь, а ты чего? Какое оружие, чувак? Ну, у нас патроны уже есть, наверняка где-то... Дробовик, есть. Да, запрятан прям для нас. Ну да. Вот это, что за решетка? Мне стой, 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 ты можешь сейчас прочитать слух, чтобы эта мразь свалила отсюда, и мы могли как-нибудь выйти? Так, ладно, хорошо. Так. Да закрой рот! Он такие звуки, как будто он каху давит, давай. Ну ладно, только не сметь. Окей. Так, экзорциамус, теомнис, иммундус, спиритус, омнис, сатаника, потескас, омнис, инкурсио, инферналис. Чего, блядь? Что-то поменялось? Ну, он отошел. Так, ладно. Давай дальше. Вот, он уже отошел. Давай, читай больше. Адверсарий омнис, легио омнис, Чёрт, что? Конгрегацио. Господи, это боже. Это секта диаболика. Блядь. Иномини вуртути. Домини ностри есу. Криста. Эрдикаро эт эфугари. Он, я тебе говорю, он замолкает.
Аде, Элисия. Аб... Что? Они Абус. Как-то так. Да и Сандитис, Аспратиса, Дивини Агнес Ангуэ, Редемптис. Все. Это конец. Ну-ка. Ебать. Видимо, знаешь, орёт, су. Ты знаешь, это смешно, конечно. Ну, это смешно, я тебе серьезно говорю. Но мне что-то сейчас, знаешь, не до смеха. Ну, по всей видимости, ему не понравилось, да? Ну, ты слышал, как он заорал? Значит, как-то работает. Черт. Ну, один хрен, он сейчас, наверное, чуть-чуть залижет свои раны и вернется. Нам надо что-то найти, какой-то... В смысле, он ушел, что ли? Ну, как и в прошлый раз, его не слышно. И что, все, выходить нам или что? Ну, да, давай, вперед. И вообще, вот что вот это за дверь, еще вообще? Я уже тебе какой третий раз говорю, я не знаю. Ну, мне кажется, что там что-то важное лежит. И что, как нам туда пробраться тут? Не, кстати, вижу тут какую-то кнопку. Кстати, помнишь, тут была кнопка? Ну, я не обратил внимания. Я когда тут ходил, надо было кнопку сразу. Куда она пропала? Что, задвинулась обратно? Что тут эта картина висит? Смотри. Молодец, сломал картину. Тут под этой картиной такое ощущение, что сюда надо что-то вставить. Видишь, дырка? Может быть, руку? О! Не думаю, что надо руку туда вставлять. Пошли отсюда, короче, нахер. Если его тут... Аккуратно только, если его тут нету. Ну что, идем? Идем. Так спокойно говоришь, как будто прочитал свое заклинание и сразу богом стал. Ну, мне кажется, что он долго еще не появится. Я не знаю. Ну, блин, эти все твари, знаешь, они боятся вот этой... Вот этих заклинаний. Черт. Это если мы не убили что, его сейчас... флаг Украины? Ладно, пошли тогда. Ну, идем. Куда нам надо? Нам надо найти чего вообще? Блять, оружие какое-то или что? Я не знаю, может... Во-первых, нам надо, может, каких-нибудь людей найти. Может, все-таки кто-то есть, кто-то подскажет нам. А, вот, нашли мы человека. Вот, смотри. Эй, не подскажешь нам кое-чего? Чувак, это не смешно. Он, блин... Мне кажется, он страдал. Не, ну, в принципе, знаешь... В принципе, ну, человека нашли. Да и не одного, вон там еще в гробах лежат. Но, типа, люди тут были, видимо. Ну да, были, да сплыли, да? Только это лось их сожрал, мне кажется. Лось, ладно, давай его называть лосем. Давай. Он реально, это... у него рога такие, блин. Пошли, короче. Что, вот что вот это такое? Мне кажется, это его логово. Значит, надо туда зайти, да, наверное? А, ну, по всем канонам так хорроров, это... давай туда и зайдем, конечно. Ну, и чё там? Ёб ты, Буратино. Я испугался. Так, я закрою. Может, мы, знаешь, попали, типа, в сказку про Буратино? Там не было лосей? Ну, в сказке. Там... Про Буратино. В сказке про Буратино был тупой Морис, который какую-то хуйню несет. Ладно. Смотри, так. Морис, что у нас тут? Оружейные ящики. И зачем ты туда полез? Тут какие-то ножи лежат. Какие-то. Чел. Чего? Смотри, да здесь... Че ты там смотришь? Здесь есть какая-то штука. Палочку нашел. Какую палочку? Что это за палочка? Я не знаю. Ну. А вот ящик, посмотри, что там. А, блин, тут замок висит. Угу. И что, нам замок ломал? Нет, нет, нет. Может, палочкой сломать замок? Да, погоди, отойди на секунду. Да там ничего нет внутри. Вообще... А, ты отсюда... Может, это вот туда и надо всунуть эту хрень? Ну, давай попробуем. Я не знаю, ну, блин... Может, реально какой-то, знаешь, типа рычаг и, ну, там, механизм сработает. Пойдем, попробуем. Один хрен. Давай. Что нам еще остается делать? Знаешь, даже что-то страх на второй план упал. Так. А чего вот это такое за бревна какие-то? Что это такое?
А, ну это лесопилка. Обычно на лесопилках так делают. Но тут нет ничего для пилки леса. Вообще ничего. О, шкафчики, это нам прятаться надо. Да, давай зайдем, посмотрим. Прям как по канонам... Не знаешь, что такое интимная обстановка? Знаешь, по-гейски как-то сидеть? Нет, не... Чё-то не... Да, давай. Эй, я имел в виду выйти. Ладно. Так, всё. Не ломай дверь, блядь. Это что у нас тут? Ага. Ну-ка, завалено, конечно. Это знаешь, когда уровень не прорабатывают, вечно заваливают чем-то. Ну да, знаешь, типа думают, что-то там сделать. Да, что-то там сделал, а там ни хрена нету. Да, потом просто забивает на это. О, блин. Да и хрен с ним. О, вот, кстати, в первый раз, вот тут мы его и встретили. Вот он отсюда выбежал, прямо из-под лампочки этой. Да, кстати, может это он тут. Ну так что, будешь снимал? Танцевать, нет? Да не хочу я танцевать, я же говорю, я не умею. А вот это что? Тут... Где? Да вот тут. О, смотри, полароид. Блин, чувак. Я хочу его забрать. Зачем тебе это старье? В смысле? Ты чё? Он, это мгновенная печать. Я, блядь, картинами обвешу весь... В смысле, фотографиями обвешу. Хотя мы во сне, как я отсюда унесу чё-либо. Вот именно. Да и что ты... Стоп, что я ты понял, смотри. Я кое-что понял, смотри. Полароид. Вот это а. Хрень танцевальная. Ты не умеешь а. Танцевать. А я люблю фотографировать вот эти все полароидные хрень, все это... Еще камера стоит. Я люблю снимать, да? А тут стоит эта хрень, ты не умеешь танцевать, и типа... Ну и типа, ты хочешь сказать то, что... Типа все формируется по характеру или что? Я ненавижу вот эту всю банальную хрень с церковью, со всякими заклинаниями. А ты банальную хрень любишь. Ну да. Ну знаешь, там даже как-то немножко спокойнее. Ну, кстати, да, согласен. Я хоть и не люблю религию, всю эту фигню. Вот чего ты такой, что за развалин? Ну, не знаю. Мне нравится, как бы. Ну, типа, может быть и красиво. Я бы это, конечно, заснял, но нет. Не... Вообще, зачем мы туда идем? Нам надо в церковь же идти. Да, давай, давай, в церковь. Пошли в церковь. Все. Я надеюсь, мы этого лося загнали. Смотри. Что? Морис. Где? Вон вижу. Черт, я вижу. Да-да-да. Что он делает? Стоит, качается. Стоп, давай за дерево лучше. Блин, давай за ним понаблюдаем чуть-чуть. Давай. В принципе... Сука! Он на меня посмотрел. Смотрит? Он не заметил меня. Короче, ну нахер, пошли отсюда. Аккуратно, идем. Аккуратно. Не создавая лишнего шума. Так. Черт, он стрёмный, у него глаза еще светятся. Так к черту его все, давай. Быстрее. О, черт, давай. Не пугай меня. Давай. Бегу. Так, давай, доставай свою палку. Так. Блин. Так, ну все, короче, встал. Да, вставляй чуть. Ну, вставил. Ну, потяни, не знаю. Так. И что произошло? Смотри, кнопка выпала. Оба! Я ее достал сквозь эту. Ну-ка. Погоди. Смотри. Это, короче, вот этой палкой, да? Да. Ты двигаешь? И смотри, мне кнопка... Ты кнопку сломал, и она отлетела ко мне. Стой, а ну-ка, обратно. Я понял. Ага, смотри. А в принципе, можно же было просто рычаг сюда поставить. Что за херня? Не знаю. Да и хрен с ним, давай пошли. Стой! Да, что такое? Мы сейчас были бы в ловушке, ты понимаешь? А, у нас одна кнопка. Черт, я и не подумал даже. К черту ваши кнопки. Я так больше доверяю, понимаешь? Все, пошли. Идем. Вот типа, блядь. Привет, друг. Не подскажешь, куда нам идти? Нет. Видимо, он нам не подсказывает. И чё мы сюда пришли? Посмотреть на картину? Да, картина красивая, согласен. И что? Ну, вообще я не любитель картин, но... Откуда у тебя топор? В смысле? Не знаю. В смысле просто... не знаю? Ты где его достал? Ты чё? Я не знаю, он у меня в руке оказался, ну, чёрт. А, ну может, мы же во сне... Точно. Это всё нормально. А может ему черепушку сломать, как думаешь? Хотя, думаю, ему не понравится.
Может, раздубасим эту стену? Зачем? Ну, не знаю. Нахера тебе ломать стену? Ну, попробуй. У тебя ничего не выйдет в любом случае. Смотри. Ты что, картину сорвал? Да. Погоди. Там что-то есть, там ящик какой-то. Где ящик? И вправду вон, ящик? Видишь? Ну-ка, сломай-ка эту. Эту дряхлую стену. Прям как, блядь, в Майнкрафте. И чего там лежит? Дробовик. Ты что, телекинезом его берешь или что? Да каким телекинезом? Нет, конечно. Где дробовик, покажи. Да, блядь. Да я его достану, погоди. Ой, блядь, достану. Не, вот, кстати, всё, красивый, он... красивый. Ой, блядь. Слушай, а дай лучше мне его, хорошо? На, держи. Ой, блядь. Так. Патроны нужны тебе? Нет, или я так, как... соплями стрелять буду. Ага. Ну? Блядь, все на пол кидает. Блядь. Кстати, красивые гильзы. Красивые. Смотри, так, оп, ну, у нас сначала вниз, есть? Вот так, оба. А потом чик-чик, понял? Еще одну заряжу. Так, что говоришь? Я говорю, у нас есть оружие, теперь мы сможем, в принципе, его убить. Но зачем нам это, я пока не понимаю. Ну вот убьем мы его, да, и что дальше? А я знаю. А если мы убьем его и наоборот не проснемся, вдруг он... Хотя ладно, насрать. А пошли его прям так завалим, погнали. Ну типа это сон же все равно, да. Угу. Оба. А если не получится? Да все получится, забей, сейчас мы убьем его. Где он? О, вон стоит, смотри. Вот типа... Эй, мудила! Лесное, рогатое, тупое, бородатое. Ой, блядь. Черт. Мне кажется, ему не особо это понравилось. Да мне срать, что ему нравится, что нет. Эй, Санина! Иди сюда. Ну что там встал за дерь? А, пушечки обоссался. Да, вот. Смотри, какое у меня. Смотри, какое у меня оружие. Смотри, видишь? Это Ремингтон. Ремингтон. Что, боишься, да, дядя? Да, да. Мне кажется, ты его не. Он думает, что ты его не видишь. Или... Да у него руки вон торчат, дядь. Эй, при. Что происходит? Он бе... Тихо. Забей. Он слишком... Спрятался. О, блин! Чёрт! Сука! Чёрт! А! Чувак! А! Побежали! Ни хрена это не работает! Отойди! Давай! Чувак, ни хрена! Забегай обратно в церковь! Забегай! Туда нахрен тебя! Вот, видишь? Только хуже стало. Мы разозлили, мне кажется, его. Ладно, это было слишком самоуверенно. Странно, слушай, не сработало. Мы же прочитали это, ну, стишок. Ты сверхъестественно смотрел? Ну да, смотрел. Так вот, почему эта хрень у нас тут. И все эти заклинания. А, ну, типа из-за того, что я смотрю сверхъестественное, ты хочешь сказать, что... Блять. Вспоминай, как там мы, блять, они нечисти сгоняли, как? Ну, я не знаю, там... Блин, соли посыпь, там... Какой у нас нет соли, блять? Стоп, патроны, стоп, там... прочитай инструкцию еще заново. Погоди. Ну, тут написано читать для знания нечисти. Ну. Слух. После чего нанести физический ущерб. Так вот, у нас есть дробовик. Давай ты будешь читать, и я буду по нему стрелять, не знаю. Это, конечно, тупо, но мы во сне нам насрать, чувак. У нас другого выхода нет. Опять читать это. Только ты можешь, смотри, сначала потренироваться как-то, не знаю. Закрой ебало! Черт,
я... Ну ладно. Экзорциамус те омнис. Иммундус спиритус омнис. А ты можешь все это прям читать прям более... Ну... Быстро? Быстро, да. Что? Ну ладно. Фух, так. Экзорциамус те омнис. Сука, что такое опять? Да я обосрался, я читаю. Он прошел. Тут рога мелькают. Так, ладно. Экзорциамус те омнис. Иммундус спиритус омнис сатаника потеска сомнис инкус. Нет. Тут ты не сбивайся, ты давай быстрее читай. Инкурсио инферналис адверса. А, блядь! Легио омнис. Так, ладно. Конгрегацио эт секта диаболика и номине пурпуте домине ностре есо. Охуеть. Все? Похоже на все. Или нет? Не знаю. Подожди, открой эту дверь. Дядя. Орион мертв. Он мертв! Или нет? Блять. Пошли к выходу. Стой. Идем, идем, идем. Чувак, похоже, он мертв, реально. Нет. Он нихера не мертв. Ты его видишь? Блин, может это еще один? Да, 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 я вижу. Стоп, это ты до конца дочитал, когда я его убил? Нет. Нет? Ну, я не успел дочитать. То есть, вот, ты открыл дверь и просто выстрелил. Может, я его убил физически, и он... Может, надо было... Там еще половина текста осталась. Блядь, только ты говори, когда все, окей? Тогда я буду его убивать. Я понял, смотри. Хорошо. Кстати, он сейчас, видишь, как-то у него глаза сейчас не особо светятся. Я его убил физически, похоже, не знаю. Блядь, откуда я это знаю? А, это же сон, точно. И что? Мне... Короче, давай я его снова приманю. Ты будешь быстро читать и четко. И ты скажешь все, и тогда я его добиваю. Давай, давай, давай. Погоди. Так и сделаем, хорошо. Окей. Почему? Черт, ты такой крутой с оружием, а я, блин, как ботаник с книжкой. Может, я лучше буду стрелять? Может, ты закроешь ебло? Мы во сне, чувак. Ладно. Давай. Приманиваем? Я буду... Да, давай, я буду ждать церкви. Ты чё, уел, чувак? А если он меня зажрёт, блин? А чё я сделаю? Ударю его, как тебя, что ли? Ну, мало ли, не знаю. Короче, либо мы убиваем эту мразь и просыпаемся, либо так и будем тут сидеть. Так, всё, давай. Я говорю, дверь, ну, будет открыта, и ты просто забегаешь. Давай, сыкло, иди, иди, иди. Иди. Все, давай. Ну, я там читать буду, если так. А когда мне начинать? Блин, когда я читать. Приду. Давай я дверь оставлю открытой. Похер, иди ну, читай. Давай, давай. Все хорошо. Блять. Сука, ебаный Моррис, ну что такое? Да он страшный пиздец. Ну. Нет, нет, ну. Хуй с тобой. Эй, ты! Да, ты! Чё, спрятался опять, да, дядя? Что? Что кружишься, блядь? Убил я тебя уже однажды. И ещё! И ещё раз убью. Сука. Эй, придурок! Блядь! Сука! Блядь! Борис! Борис, открой дверь! Сука! Забегай, я же говорил, открыто. Ну что, начинаем? Погоди. Ты чё как святой отец тут стоишь? Ну я читать готовлюсь. Я не знаю, максимально к этому подготавливаюсь. Сука. Эй, придурок! Подойди сюда. Чё, ссышь, да? Когда страшно, да? Штанишки нам... Блять, у тебя вообще штанов нет. Ты читать будешь, нет? Так, начинаю. Все.
Экзорциамус ты омнис и мундус, спиритус омнис, сатаника потескас омнис, инкурсио инферналис, адверсарий омнис, легио омнис, конгрециарио эт секта диаболика и номине эт фуртути домини ностри есу. Христо эрдикаро, эт эфбуфгаре, адей и елесе, аб анимабус, дей сандисис, аспа претисио дивини агне, Сангуэ Редемптис. Блять. Стишки почитали. Редемптис? Все? Да, все. Это был конец. Ну, у меня кончились патроны. Он исчез сразу. Тот еще немножко полежал, а этот сразу исчез. Фух ты, я устал, слушай. Черт. Это было сложно. У меня нет слов. Чувак, это какой-то бред. Я говорю, либо ему башка не давала пройти, либо реально эта церковь не давала ему войти внутрь. Он стоял тут и не мог войти. Да ну чушь, это просто его рога огромные, мне кажется. Знаешь, он мог бы нагнуться и пройти вот так. А может, у него не гнется ничего. Он же старый, может. Знаешь, как это? Ну, старый, типа, не гнется, ну ты понял. Спина болит. Блять, все. Что делаем дальше? Мы смотри, мы не проснулись. Что дальше-то? Куда идем? К выходу? Ага, да. Сейчас еще скажи, что у выхода, да, откроются врата, блять, да? Ну, я не знаю, кровать появится. Там мы ляжем, уснем, мы проснемся. Вот. Может, не будем пиздеть, а пойдем? Давай, пойдем. Чувак, я... Блять, у меня нахуй нервный срыв. Почти что. Я... А почему флаг Украины? Я не понимаю. Может, это не флаг Украины, а просто... Хотя я же вечно про хохлов шучу. Ну, чё ты? Так, за дерево погоди. В принципе, его там нету. Да я говорю, мы наверняка уже все его убили. Да может, мы его убили, но... Блять. В любом случае, у меня патрончиков мало, а... По нему видно, что он сытся, когда я достаю ружье. Окей. Раз, два, три, мы не пройдем. Сработало. Странно. Ну, в смысле, я думал, что и правда не получится. Чего? Чё за херня, чувак? Да хер его знает, блин. Все, очистили, да? Все? Все. Да, осветили это место. Ага. Блять, винчестеры херовы. Что это? А это что? Не знаю. Типа... Вы, по идее, должны были проснуться, разве нет? По идее, да. Но, погоди. Блять, что это такое? Это, может, остатки сознания? Нам сюда нельзя идти или... А это что? Стой, погоди. Чего? Там ничего нет уже внизу. А я кое-что придумал. Ах ты, блядь! Ты чего, Нези? Да ну нахер! Our trails will